بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجاهد براتيا سيوستر Благодарим Аллаха Субхану ва Тааля, то, что собрал нас в очередной раз в самый лучший своих дней, в пятничный день, в самом лучшем месте, в доме Аллаха Субхану ва Тааля. И также просим Аллаха Субхану ва Тааля, как Он нас вместе собрал в этом месте, в своем доме, в судный день, чтобы собрал нас братьями, любящими друг друга, ради Аллаха Субхану ва Тааля, в высшей степени рая и фирдаус. Сегодня похитили 29 число месяца Дзуль-Каада. 29 число Дзуль-Каада в лунном календаре, знаете, или 29 дней, или 30 дней. Поэтому первый день Дзуль-Хиджа начнется или завтра, или послезавтра, Аллаху а'ля. Эти дни, когда Аллах Субхану ва Тааля сказал, оповестил Мусу, алейхиссалям, то, что будет он с ним общаться, как в Коране Субхану ва Тааля сказал, «Ва каллама Аллаху Муса таклима». Аллах Субхану ва Тааля общался с Мусой, алейхиссалям, то есть вселял ему вахи, откровение, напрямую общался с Аллахом Субхану ва Тааля, Муса алейхиссалям, перед тем, как он ему ниспослал Тавра, повелел ему поститься 30 дней. И эти 30 дней, когда он пропастился, Муса алейхиссалям, и хотел заговорить с Аллахом Субхану ва Тааля, почувствовал запах своего рта от поста и сорвал с дерева листочек и пожевал ему, чтобы был приятный запах. Тогда Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Я Муса, валя халюф». Фамилии, Усаиби, Ахабу Илей. Говорит, о, Муса, запах от постящегося изо рта для меня более приятен, чем запах этого приятного дерева. Тогда Муса, алейхиссалям, еще 10 дней пропастился. Фаатмамнаха биашри, фатамма миқату Рабби арбаина лейла, как Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране. Муса, алейхиссалям, после того, как пропастился 30 дней, покушал этот листочек, и услышал от Аллаха Субхану ва Тааля, то, что запах постящегося более приятный для Аллаха, еще 10 дней пропастился. И в общем 40 дней пропастился Муса алейхиссалям. Ахмад Тафсир говорят, то, что 30 дней он постился из месяца Дзуль-Каада, а потом 10 дней пропастился из первых 10 дней, первого декады из месяца Дзуль-Хиджа. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране клянется этими днями и говорит Субхану ва Тааля, «Валь фаджр, валь лейлин ашр». Аллах Субхану ва Тааля клянется 10 началами. قال ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف هي عشرة ذي الحجة. ابن عباس رضي الله عنه ابن الزبير مجاهد إذا استلني другие السلف والخلف сказали то что вот эти 10 дней где Аллах سبحانه поклялся 10 ночей это 10 дней первые 10 дней из месяца ذي الحجة. وفي صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل في أيام العشر أفضل من العمل في И от Ибн Аббаса, рад Аллаху Анху, передается то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, лучшие дела перед Аллахом, любимые дела в эти 10 дней. То есть Аллах больше любит, когда человек что-то делает, поклоняется в эти 10 дней. Они более значимы перед Аллахом, субхану ва тааля, дела в эти 10 дней, нежели в остальные дни. Калу, и тогда сахабы спросили, то есть постоянно уходили на джихад, на газават, с пророком Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, удивились, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, самые лучшие дни, самые любимые дни, то есть именно в эти 10 дней, самые любимые перед Аллахом. Сахабы удивились, вот это джихад, даже джихад не так значим, как благие дела в эти 10 дней. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. Даже усердие, проявление усердия, джихад, будь Аллаху Субхану ва Тааля не так любим перед Аллахом Субхану ва Тааля, кроме как того человека, который вышел из своего дома своим нафсом, со своим телом, своей душой и со своим имуществом и ни с чем не вернулся обратно. Раньше, когда выходили на газават, мало кто выходил со своим имуществом. Мало кто выходил своим имуществом, выходили своими телами. Однако он со своим имуществом, своим телом вышел и не вернулся обратно. Вот это боль любимый. Остальное нет, то есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. ومن فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم الطاعات. Вообще, от любви Аллаха по отношению к своим рабам, от милости Аллаха по отношению к своим рабам, то, что Аллах Субхану ва Тааля сделал для рабов, для нас, с вами, уважаемые братья, некие сезоны, значимые для поклонения.
как месяц Рамадан, как Аллах Субханаху Тааля в Коране говорит, Аллаху яхлуку ма йашаа ва йахтар. Аллах Субханаху Тааля создает все, что пожелает, и выбирает. Потому что один месяц делает лучше, чем другой месяц, один день, как Джума, лучше, чем другие дни, одна местность, как Мекка и Медина, лучше, как Фаустин, лучше, чем остальные другие. Поэтому Аллах Субханаху выбирает также эти 10 дней самые лучшие дни. Самые лучшие дни перед Аллахом Субханаху Тааля, более лучших дней нет, чем эти 10 дней, которые предстоят. Самые лучшие любимые ночи, последние 10 ночей Рамадана, самые любимые дни – это первые дни месяца Дзульхиджа. وَهِيَ أَيَّامُ شَهِدَ لَهَا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهَا أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям действительно сказал, самые лучшие дни в этой дунья – это первые 10 дней месяца Дзульхиджа. وَحَدَّ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهَا بَلْ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقْسَمَ بِهَا وَهَذَا وَحْدَهُ يَكْفِيهِ شَرَفًا وَفَضْلًا. Даже если посмотреть в Коран, Аллах Субхана ва Тааля поклялся этими 10 днями. 10 днями Аллах Субхана поклялся в Валяяли Аш. А великий клянется только великим. Великий клянется только великим своим творением Субханаху ва Тааля. وعلى المسلم, для нас с вами, для верующих, для мусульман, أن يجتهد في هذه الأيام, чтобы каждый из нас проявлял усердие в эти дни. ويكثر من الأعمال الصالحة, побольше делает благих дел. وأن يحسن استقبالها واغتنامها, то есть не проспать просто эти дни. سعيد بن جبير أبو أيوب الأنصاري говорит, то что سعيد بن جبير, который передатчик этого хадиса, то что эти дни самые любимые дни перед Аллахом Субхану Тааля, كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. Когда наступали эти 10 дней, он так сильно проявлял усилия на пути Аллаху Субхану Тааля поклонения, то что никто не смог его к нему обратиться с каким-то вопросом. То есть он был занят для всех, для своей семьи, был занят для друзей, был именно в поклонении Аллаху Субхану Тааля. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе от ибн Умара радиаллаху анху, анна наби саллаллаху алейхи ва саллям قال, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Ма мин айям а'заму 'инда Аллах ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر". Нет более любимых дней. То есть, когда собираемся по пятницам, говорим, что это любимый день Аллаха. Когда Аид наступает, Рамазан, Ураза Байрам, говорим, любимый день Аллаха. Но более любимых дней перед Аллахом нету других, кроме как эти первые 10 дней месяца Дзульхиджа. И потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал напутствие, что делать в эти дни. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. В эти дни больше говорите слова Таухид, слова Единобожия, ла иляха илляллах, такбир Аллаху акбар, тахмид альхамду лиллях. И как пришла Кисыра, как приводится такбират Аллаху акбар, ла иляха илляллах, валлаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллях альхамд. Или Аллаху акбар, тираз Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха илляллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллях альхамд. Но однако мы должны с вами задуматься, но сейчас они настанутся эти 10 дней. Мы также ждали месяц Рамадан, и он прошел. Сейчас ждем эти 10 дней. Чем, как встретить? Когда приезжает такой твой долгожданный гость, которого ты любишь, ты готовишься к его встрече, ты готовишься, думаешь, там, близкий твой приезжает, с другой стороны, что приготовить, куда его повезти, что показать, как его встретить, в какой одежде встретить, там, на какую машину ему дать. А вот этот гость Аллаха Субхана ва Тааля. Вот эти 10 дней, как их правильно встретить нам с вами, уважаемые братья? Биаиши нестакуни. Чем встретить? Первое – ат-тауба. Сами всегда нужно встречать и месяц Рамадан, и такие священные дни. Тауба – это насуха. Искренне покаяние к Аллаху Субхану ва Тааля. Искренне тауба. Фа'али муслима нестакуни муасиму та'ата амми би тауба да садика. Уль-азми ракид аля ржу'и Аллах. Полная убежденность должна быть, уверенность вернуться к Аллаху Субхану ва Тааля. Оставить забавы, оставить то, что нас отвлекает от Аллаха Субхану ва Тааля. Оставить то, что, чем недоволен Всевышний Субхану ва Тааля. فَفِي تَوْبَ فَلَاحَ مِنْ عَبْدْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Валлахи, фи тауба, валлахи, в покаянии есть успех для верующих в этой жизни и вечной жизни. قَالَ سُبْحَانَ ва Тааля. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обращается к людям и говорит: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تُوبُوا إِلَى اللَّهِ. Кайтесь Аллаху جَمِيعًا. Все кайтесь Аллаху. Просите Аллаху Субхану покаяния. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. О верующие. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
может быть, вы преуспеете. То есть, может быть, преуспеете, фалях, это все будет у вас хорошо и в этой жизни, и баракат будет, и в делах будет баракат, и в семье будет благодать, и все на день начала будете счастливыми. Тубуйте, убуйте Аллахи джамиа. Простите Аллаха субханаху покаяния. ونستقبل أيام العشر من ذي الحجة بالعزم الجاد على اغتنام هذه الأيام. Также у нас должна быть верующая человека, мусульманина, великая цель. И должно быть внутри убеждение, что мы, иншаллах, встретим эти дни, сильно убежденных, что мы встретим эти дни в поклонении, потому что мы правильно проведем эти дни. فينبغي على المسلم أن يحرص حرصا شديدا على عمارة هذه الأيام بالأعمال والأقوال الصالحة. Мы должны как бы построить некое здание в эти дни. Из хороших слов, из благих дел. Как говорится, тот, если на что-то нацелился, этому человеку Аллах Субхана поможет. Обязательно этому человеку Аллах Субхана поможет. Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «И'малу факуллу муйассарун лима хулика лаху». Делайте хорошие дела, Аллах Субхана ва Тааля каждому облегчит то, ради чего он его сотворил. Также Субхана ва Тааля сказал: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Те, которые проявляли усердие ради нас, мы их будем вести прямым путем. И Субханаху ва Тааля вместе с теми, кто творят добро. Тот, кто проявляет усердие в поклонении, тот, кто проявляет усердие, оставляет харам, то, что не любит Аллах Субхану, ради Аллаха Субхану ва Тааля. Даже если он приукрашивает этот запретный плод, он говорит: я ради тебя, Аллах Субхану, просто оставляю. При этом помощи просит Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля помогает, будет вести его прямым путем. И Аллах Субхану вместе с теми, кто творят добро, кто творят благие дела. Аллах Субхану вместе с ним. Если Аллах Субхану вместе с ним, ничего бояться брать не нужно. Если Аллах Субхану с тобой, Субхану ва Тааля, то весь мир, если будет против тебя, ты не должен никого ничего бояться. Но если вдруг ты делаешь то, что тебя отдаляет от Аллаха Субхану ва Тааля, хоть весь мир соберется вместе с тобой, то это человек в заблуждении, то это человек несчастный человек. И также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: وَمَنْ صَدَقَ مَعَ اللَّهِ صَدَقَهُ اللَّهُ. Тот, кто будет искренним с Аллахом, Аллах Субхану ва Тааля по отношению к нему проявит свою искренность. Также эти дни нужно встречать бильбуат аль-маас, оставлять грехи, отдаляться от греховного, не любить грех, отворачиваться. Вообще мусульманин всегда должен, как только он родился на этой жизни, шайтан его встречает, как сказано в хадисе, ялтану фиджанни, его встречает и бьет ему удар в бок, кроме одного человека, Иса ибн Марьям, его шайтан не коснулся. Как бы Аллах Субхану показывает этим то, что ты родился, мой раб, и с тобой шайтан идет, карим. Поэтому верующий человек всегда проявляет усердие внутри, борется, джихад аль-нафс внутри, у него как бы есть джихад со своими страстями, проявляет вот это усердие против своих страстей. Но однако в эти дни он еще более бдительным должен быть, отдаляться от того, что не любит Аллах Субхану ва Тааля. فَكَمَا أَنَّ الطَّاعَةَ أَسْبَابٌ لِلْقُرْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَالْمَعَاصِي أَسْبَابٌ لِلْبُعْدِ عَنِ اللَّهِ وَالْقُرْبِ مِنْ رَحْمَتِهِ. Мы должны понимать, как благие дела – это причина быть близким к Аллаху, так же грехи – это причина отдалиться от Аллаха. Как благие дела приближают нас к Аллаху, так же и плохие дела, дурные дела отдаляют нас от Аллаха и от Его милости, от милости Аллаха Субхану ва Тааля. وَقَدْ يَحْرَمِ الْإِنسَانُ رَحْمَةُ اللَّهِ بِسَبَبِ ذَنْبِهِ يَرْتَكِبُهُ فَإِنْ كُنْتَ تَطْمَعَ فِي مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ وَالْعِتْقِ مِنَ النَّارِ فَاحْذَرِ الْوُقُوعَ فِي الْمَعَاصِي فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَفِي غَيْرِهَا. И верующий человек, он понимает то, что грехи отдаляют от того его от милости Аллаха Субхану ва Тааля. И если человек боится совершать грех, при этом боится попасть в огонь джаханнам, он также должен понимать, что он обязан страдать за то, что не любит Аллах Субхану ва Тааля в эти дни и в последующие дни. Из благих вещей в эти дни, достопримечательности эти дни, Аллах Субхану ва Тааля абсолютно не обязан. Мы уже сказали то, что Аллах Субхану ва Тааля поклялся этими днями. Аллах Субхану ва Тааля поклялся этими днями в Коране. И ма'алейхи джумхур аль-муфассирин валь-халаф ва каля ибн кафир фи тафсирихи ва хуа сахих ва мин фадаил аш-шахри мин аль-хаджа аннаха аль-айям аль-ма'лумат. Второе то, что
из достопримечательностей этих дней, то, что они известные дни. То есть бывает такое, когда мы говорим, когда наступит ночь предопределения в Рамадане, какого 27-го, 25-го, 21-го, 23-го, ищем эту ночь. Но пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям побуждал, говорил, каждую ночь поклоняйтесь и застанете эту ночь. Поэтому много у человека уходит времени, он ее ищет, но тем самым поклонение оставляет, а занят тем, что ищет. Как бы время тратит на то, когда у нас 21-й, 23-й, 25-й, каждую ночь поклоняйся, ты ее застанешь, брат. Также и здесь из милости Аллаха субхана по отношению к нам, то, что эти дни известны. Мы знаем, когда они наступят. Это с 1-го дня Дзульхиджа вплоть до 10-го дня Дзульхиджа. Аллах субхана в Коране говорит, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Вспоминайте имя Аллаха субхана ва тааля в определенные дни, в известные дни. И также из достопримечательностей этих дней, فضائل العشر من ذي الحجة أن رسول صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام. То что пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم сказал, то что эти самые лучшие дни. Это тоже из достопримечательностей этих дней. ومن فضائل عشر ذي الحجة التي هي يوم عرفة. Из достопримечательностей этих дней, 10 дней ذي الحجة, то что в эти 10 дней есть 9 день ذي الحجة, день عرفة, يوم عرفة. ويوم عرفة يوم الحج الأكبر. Также говорят, يوم عرفة это день хаджа, основной день хаджа. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, الحج عرفة. Хадж это есть عرفة. Хадж это есть عرفة. То есть человек, если поехал на хадж, все выполнил, ما عرفته не было, хотя бы 5 минут до захода солнца, его хадж не принимается. Он не может заменить это там удахия, зарезать, добьяха, зарезать барашку. За это как штраф. Нет, ему нужно заново переделать хадж. И это самый великий день перед Аллахом Субхану ва тааля. День Арафа это тот день, когда Аллах Субхану ва тааля прощает грехи. Ваюм аль-Идхи мин аль-Ниран это тот день, когда Аллах Субхану ва тааля освобождает человека от наказания ада. Валяу лям якун фи ашр дзиль-хиджа илля йаум арафа лакафана дзалика фадла. Если бы в эти 10 дней не было других дней, кроме как дня Арафа, это было бы достаточно для того, что эти день великий день. То есть самый великий день из всех 10 дней это 9-й день Йом Арафа. И в этот день нужно просить у Аллаха Субхана больше дуа. После вухар намаза, после заваля до магриба постараться ничем не заниматься, кроме как просить у Аллаха Субхана дуа. Выполнять намазы, читать во время намаза, просить у Аллаха Субхана прощения. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хайру дуа ли дуа йаум арафа». Самый лучший дуа – это дуа в день арафа. «Ва хайру ма культу ана ва ан-набийуна мин кабли ла илаха илляллах вахдаху ла шарика ла лахул мульку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир». И самое лучшее, что в этот день говорил я, говорит саллаллаху алейхи ва саллям, и пророки, которые были до меня: «Ла илляха илляллах вахдаху ла шарика ла лахул мульку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин кадир». Поэтому даже пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, будучи на хадже, он совместил два намаза между собой, когда был на хадже. Но те, кто в этом году, к сожалению, мы не сможем поехать на хадж. В этом году только 60 тысяч человек будут на хадже со всего мира. Если каждый год там 5, 6, 7 миллионов, то в этом году со всего мира 60 тысяч человек. Но иншаллах мы со своими ниятами, тот, кто хотел, у кого был ният, Аллах как-то его ният, ему запишет награду хаджа, иншаллах. Будучи на хадже, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объединил два намаза. Ад-духр и аль-аср. Ад-духр и аль-аср сократил, совместил, даже, чтобы его даже намаз не отвлекал от дуа. В этот день просите у Аллаха субхана ва тааля дуа. Аллах субхана ва тааля юбахи инда аль-малаика. Аллах субхана в этот день, как сказал саллаллаху алейхи ва саллям, гордится перед ангелом своими рабами. Посмотри, что они пришли ко мне. Они просят у меня, что они хотят, не им дам. То есть все просят Аллаха в этот день. Нахтаджи Аллах. Нахну фукара Аллах. Мы нуждаемся в Аллахе субхана ва тааля. Мы в этот день должны просить милость Аллаха субхана ва тааля, прощения Аллаха субхана ва тааля. Также достопримечательность этих дней, 10 дней Зульхиджа, анна фихи йом ан-нахр. То, что в эти дни есть йом ан-нахр. Курбан байрам. 10-й день Зульхиджа. И как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, инна а'зама айям 'инда Аллах تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القدر. Самые также великие дни перед Аллахом это Курбан байрам и потом день, который будет после него. Следующий день после Курбан байрама.
11 день Дхальхаджа. Почему эти дни великие также? Почему эти дни великие? قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الفتح باب الحافظ ابن حجر العسقلاني сказал, почему они такие великие эти дни? Потому что в эти дни собрались الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه. В эти дни собрались все столпы ислама. В другие дни не могут все пять столпов ислама собраться. Шахада. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля илаха илляллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, валляхи хамду. Постоянно должен повторять. Как только человек, как только наступает первый день месяца Зульхиджа, нужно повторять такбираты. Есть два вида такбиратов. Аль-мутлак и аль-мукайяд. Аль-мутлак и аль-мукайяд. Аль-мутлак это свободный. То есть, как только наступил первый день Зульхиджа, постоянно ты едешь в машине, повторяешь такбир. Стоишь в пробке, повторяешь такбир. Идешь по дороге, повторяешь такбир, Коран почитал, Аллах почитал, своими делами занялся, ага, опять Коран, опять такбир, постоянно говоришь. Мукайяд это привязанный такбир после каждого фарда намаза. Наступает после утреннего намаза день Арафа. День Арафа, утренний намаз мы прочитали, и после каждого намаза говорит такбир. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля илляха илляллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахи альхамд. Такбират Йом аль-Арафа после каждого намаза, потом Курбан байрам следующий 10-й день Зульхиджа после каждого намаза повторяем, потом Айям аль-Ташриқ, Айям аль-Ташриқ 11-й день Зульхиджа 12-й и на 13-й после Аср намаза мы заканчиваем такбират. Это мукайяд, те, которые привязаны к намазам. Какие дела мы также можем делать в эти дни? То есть мы сказали, все умахат аль-ибад, все столпы ислама собраны в эти 10 дней, субханаллах. Такбират, шахада, намаз читаем, закя, садака в эти дни даем. Также постимся в эти дни. Как поститься? Полностью поститься, потому что некоторые говорят, нужно полностью поститься с первого дня Зульхиджа вплоть до Курбан-байрама. Здесь ихтиляф аль-улама, есть разногласия среди ученых. Конкретного хадита, чтобы именно побуждал нас поститься, нет такого. Но так как пост это является благим деянием, а мы поняли из хадита, то, что самые благие деяния, любимые перед Аллахом Субхану Тааля, это в эти 10 дней, то мы также можем поститься. Также постимся, и сказано то, что ривайя приходится от Хафса, супруги пророка Мухаммада, дочки Умара, Аллаху Анха, то, что она видела. В те дни, когда был пророк саллаллаху алейхи ва саллям с ней, она видела то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям постился в эти дни. Все дни, которые были дни Аиша, радиаллаху анха, мама этого ислама, она сказала то, что я не видел, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям постился. И поэтому ученые что говорят, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям и постился, и постился. Поэтому, кто говорит, вот обязательно с первого дня и так далее, нет обязательств. Можешь день поститься, день не поститься, можешь все дни пропоститься. Можешь как понедельник, четверг поститься, как тебе удобно, но понимай, брат, то, что в эти дни, альхамдулилля, Аллах Субхану любит благие дела. А пост – это один из великих дел, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, «Юб'ад аль-залика аль-наи саб'ина халифа». Аллах отдаляет через пост от джаханнама, от ада на 70 лет. Один день поста на пути Аллаха, Субхану ва Та'аля. Но отдельно день Арафа. В день Арафа пророк саллаллаху алейхи ва саллям побуждал поститься для тех, кто не на хаджи. То есть в этом году мы говорим, что на хадж получится. Человек, если на хадж даже не поехал, в другие последующие года для Аллаха Субхана, чтобы открылись дороги. Если он не поехал на хадж, то ему желательно поститься. И великая за это награда. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Сиям йом арафа ахтасибу инда Аллахи кафира санатейн аль-мукбила валь-мадия». Один день поста на пути Аллаха, день арафа, пост день арафа, награда от Аллаха Субхана ва Тааля, прощение двух лет прегрешений, прошлого года и будущего года. Аллах Субхана прощает за один день. Субхана амаль калил валь аджр азим. Мало ли, если один день поста, то какая великая награда от Аллаха Субхана Тааля. Поэтому не пропустите пост день Арафа, 9-й день месяца Зульхиджа. А те, кто на хаджи, в этот день пророк саллаллаху алейхи ва саллям не постился. Когда был на хаджи, не постился, но даже ему принесли сосуд с питьем, он выпил, сделал глоток во время хаджа, чтобы показать людям, что я сегодня не пощусь на хаджи. Если человек не на хаджи, то в этот день нужно поститься. Также
Пятый стол собран в эти дни, это хадж. Хадж невозможно сделать в другие дни, кроме как именно кроме как в дни аль-хадж. Поэтому Ибн Хаджар Аль-Асқалани говорит, почему это великие дни? Потому что в эти дни все пять столпов ислама собраны. Все пять столпов ислама собраны. ومن الأعمال التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها في الأيام العشر من الحجة الصيام، كما قال لك أكيد الله ورد يلا تبتدي بستيتس إن شاء الله будущем, когда откроется в эти дни совершить хадж, умру. Также صدقة, благие деяния, الحمد لله много благих дел, قراءة القرآن, чтение القرآن, это все то, что принесет, إن شاء الله, верующему от Аллаха سبحانه وتعالى великую пользу. Есть другие деяния, другие дела. Основное то, что всегда мы должны понимать, когда мы что-то делаем, благие дела, в этот момент должно быть присутствие нашего сердца перед Аллахом Субхана Тааля. Говорим такбират, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, сердцем думаем, что более великий. Нету никого, кроме как Аллах Субхана Тааля. Нету иного Господа, нету другого Иляха, достойного, чтобы поклоняться, кроме Аллаха. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, постоянно повторяйте эти слова. Делай дополнительные намазы, духа намаз, тахаджуд намазы читать. Навафил, те, помимо фардов, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе на Кудсе, где Аллах субхана ва тааля сказал, «Вама такарраба илайя абди би шайин хакку илайя мимма афтарауту алейхи». Более любимым ко мне мой раб может приблизиться тем, то, что я ему приказал, сделал ли его обязательно, то есть обязательно намазы вовремя читать. Потом Аллах Субхана Тааля сказал, «Ма язаль абди йатакарабу илайя биннавафил хатта ухиббу». А когда помимо обязательных дел, мой раб будет делать дополнительные дела до тех пор, пока я его не полюблю. То есть задумайся только, до тех пор, пока Субхана человек делает благое дело, что-то ради Аллаха Субхана Тааля, то, из чего Аллах не приказал ему, он делает это ради Аллаха, и Аллах его любит. Поэтому, как говорят ученые, перед тем, как мы ложимся спать, уважаемые братья, نقدم ما يحب الله على ما يحبه نحن. Мы должны ставить то, что любит Аллах, перед тем, то, что любим мы сами. Человек устал, пришел с работы, хочет спать. В этот момент возьми омовение, прочитай два ракаата намаза. И в сердце скажи, я Аллах, я как я хочу сейчас лечь спать, ты это видишь, но я делаю то, что любишь ты, перед тем, что люблю я. С таким ядом. И тогда Аллах Субхана Тааля полюбит этого раба. Если Аллах полюбит раба, يقول لجبريل, обращается к Джибрилю алейхиссалям, я Джибрил, инни ахбабту фулан фахибба. О Джибрил, я полюбил этого раба, и ты его полюби. Фаюнади Джибрил фи малаи аль-малаика, фаякул. И тогда Джибрил алейхиссалям обращается к обществу ангелов в небесах и говорит: инна Аллаха юхиббу фулан фахибу. О ангелы, Аллах любит этого раба, вы тоже его любите. И тогда все, кто в небесах и на земле, полюбит его. И он будет ходить по земле Аллаха Субхана ва Тааля, любимчиком Аллаха Субхана ва Тааля. И также выходили сахабы, как говорит Бухари рахмаллах, Тали ибн Умар ва Абу Хурайра радиаллаху анхума, яхруджани иля ас-сук фи айями аль-ашр юкаббиран ва юкаббиру ан-нас битакбирихима. Абу Хурайра радиаллаху анхума и ибн Умар выходили на рынок в эти дни, только наступали первые 10 дней хиджа, говорили такбираты, напоминали людям Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, и за ними повторяли другие. То есть тоже в эти дни нужно напоминать. С братом сидишь, разговариваешь во время разговора, такбир скажи, где-то ты ешь в семье, такбир скажи, чтобы дети слышали. И Умар, Аллаху Акбар, раньше уезжал на хадж. Если хадж первый день, Тарвия, восьмой день, вместе в Хиджа, Умар Аллаху Акбар раньше выезжал седьмой день и выходил на Мину и говорил такбират. И все слышали, и все повторяли за ним. Факанат мина тартанч мина такбират. Тряслась мина от такбирата в сахабу Радуан Аллаху Алейхи. Также мы должны не забыть, иншаллах сейчас уже замужем, то, что Аллах Субхану Тааля также в этот день нам повелел 10-й день или 11 день, или 12-4 дня Курбан Байрам. Если мы говорим Рамазан Байрам один день праздник, то Курбан Байрам 4 дня праздник, Айям аль-Ташрик.
Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям запретил в эти дни поститься. Эти дни Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Айям шурбин ва акли ва зикри ляхи азза ва джалли». Эти дни, когда человек должен кушать, пить, поминать Аллаха субхана ва тааля. То есть нельзя поститься в праздничный день, после него на следующий день, потом следующий день и следующий. 4 дня – это праздник. Йом Аф, постимся, остальные дни – это праздник. Мы не должны поститься в эти дни. И также мы знаем, что Аллах субхана приказывает нам, Аллах субхана тааля из сунны, некоторые ученые говорят, что это ваджиб, но несмотря на то, что у пророка саллаллаху алейхи ва саллям также была нужда в имуществе, он никогда не оставлял жертвоприношения. Никогда не оставлял жертвоприношения. Это является тоже обрядом, великим обрядом на Курбан Байрам. И здесь вот тоже есть объявление. С муфтията прислали. Если кто, иншаллах, вообще лучше, если у каждого есть возможность, допустим, в селе зарезать барашку, или там дома, или сам знает, пусть он это сделает. Если у кого нет возможности, то после намаза волонтеры из фонда Закята будут здесь, они вам расскажут все, иншаллах. Вот хотел зачитать от Ильдар Хазряда, от муфти Москвы, которое пришло сообщение. Уважаемые прихожане, мы напоминаем вам о приближающих днях Курбан Байрама. И одном из важных событий в данный день – принесение жертву животного. В связи с этим фонд «Закят» ежегодно проводит акцию по сбору средств для осуществления жертвоприношения как на территории Российской Федерации, так и для бедных стран всего мира. То есть в Африку отправляются, даже в другие страны, где есть в этом нужда. На сайте фонд «Закят» можно быстро и легко оплатить жертвы животные, помочь нуждающимся. Также сегодня на улице вас ждут сотрудники, волонтеры, то есть или такие жилетки в синих жилетках, от фонда «Заката», чтобы осуществить эту возможность человека. Поэтому, если кто-то сам режет, альхамдулилля, это хорошо, себя в селе сделает, или дома там, или сам поедет, режет, альхамдулилля, это хайр, ня. У кого и нет возможности, он хочет совершить курбан, может, иншаллах, обратиться в фонд «Закат», и они помогут в этом вопросе. Баракаллафикум, просим Аллаха субхана ва тааля, чтобы он дал нам возможность дожить в эти дни, иншаллах, поклоняться Аллаху субхана ва тааля. Также является из сунны не стричь, если человек сам хочет зарезать барашку, то он в первый день, когда субхиджа наступает, вплоть до того дня, пока не зарезать барашку, не стричь ногти, не бриться, там, волосы не стричь, то есть это уже является из сунны пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. После того, как он принесет жертвоприношение, тогда уже он может постричься, постричь ногти. Аллаху а'ляму, саллаллаху алейхи ва саллям.